Юрий Пшеничников на Северском трубном заводе работает инженером-инспектором, проверяет состояние различных котлов и агрегатов газового хозяйства. Говорит, с помощью программы Excel хранит все данные по многочисленному и разнообразному оборудованию, которое есть в цехах завода. Там у меня сводная таблица в Excel как раз по, значит, когда экспертизы проводить, технические свидетельства и так далее. Excel как сводная таблица идет, потом в нем можно выполнять какие-то расчеты, диаграммы составлять, ну и чтобы как для себя. Алена Буторина трудится в экспресс-лаборатории электросталеплавильного цеха. Знания программы Excel ей необходимы в работе постоянно, так как множество показателей требуется определенным образом анализировать. На их основе производить расчеты. Форма обучения вебинар тоже пришлась по душе. Тут идет форматирование ячеек, то есть набраны были числа. Сейчас их можно представить, например, в какой-то валюте мировой или в рублях. Вот. Можно, видите, изменить числовые форматы. Вебинары – это сейчас как новое веяние, а так все очень удобно. Все видишь, все можешь тут же производить. Самостоятельная работа хорошая. Часовые занятия проходят два раза в неделю в Центре профессионального образования завода. О практически безграничных возможностях программы участники узнают посредством конференц-связи. Чем больше будет багаж знаний, тем больше число применений программы Excel смогут найти работники. В этом уверены и на Синарском трубном заводе. Дистанционное обучение без отрыва от производства – один из его плюсов. Это на предприятии уже оценили. При такой форме подготовки обеспечивается в минимальные сроки именно минимальный, но достаточный уровень знаний, который необходим для выполнения своих должностных обязанностей. Обучение стартовало параллельно на 4 российских предприятиях ТМК – Северском, Синарском, Волжском трубных заводах и Тагмете. Сначала пройдет базовый курс Excel для новичков, а потом будут учиться работники, которые имеют более глубокие знания в этой программе. Лидия Соколова, Алена Кури, Сергей Чижов, Александр Нечаев. Новости «Твой день».